жизни мы еще так много не успели. Мы все ждем, чего-то ищем, ставим цели, достигаем, успокоившись на миг. Снова ставим цели и желаем их, но порой мы одного не замечаем и о чем почти не говорим за чаем. То, о чем тебе напомнит смерть и тень, что однажды он придет последний день. Что если б ты услышал вдруг, довольно здесь пожил мой друг, еще лишь день ты проживешь, и этой ночью ты уйдешь. Стал ли бы жить ты в суете, как бы прожил ты на земле тот самый свой последний день? Ты, наверное, бы сильно изменился, всех простил и перед всеми извинился, роздал бы бедным все богатство, не щадя, что лежало мертвым хламом у тебя. Рассказал бы всем соседям о спасении, даже тем, пред кем терялся ты в смущении, самым добрым, кротким, любящим бы был, и молитвой жаркой вечер завершил. Все, если б ты услышал вдруг, довольно здесь пожил мой друг, еще лишь день ты проживешь, и этой ночью ты уйдешь. Стал ли бы жить ты в суете, как бы прожил ты на земле? О, если б ты услышал стук, готовься к вечности, мой друг. Недолго здесь ты проживешь и не заметишь, как уйдешь. Станешь ли жить ты в суете? О, если б жил ты на земле, жил каждый день свой во Христе, тот самый свой последний, последний день.